Я никогда не думал, что в России появится город, кроме Москвы, где я действительно захочу жить. Причем город этот маленький, даже крошечный, в 100 километрах от столицы. Здесь, в Боровске, всегда появлялись люди странные, удивительные. Бунтари, инакомыслящие, мечтатели. Одни попадали сюда, чтобы умереть, другие, чтобы взлететь в небо. И странный эффект Боровска. Вы смотрите на него, и как будто попадаете в третье измерение. Для меня таким измерением стали картины Владимира Овчинникова, огромные, написанные на стенах домов. Я не думал, что познакомлюсь с ним и стану участником его жизни и даже борьбы. Дело в том, что Овчинников не просто художник. Он правозащитник. Правда, тоже необычный. Он защищает права не живых, а умерших людей. Я решил, не согласовывая с администрацией, просто сделать эту работу, посвященную памяти жертв политических репрессий. Здесь были такие места, куда вывозили всякие нечистоты из Боровска. Место называлось «Говенные ямы». И вот здесь где-то их расстреливали. Путин сказал: ребята, надо очень аккуратно отнестись к этому вопросу, чтобы это не стало поводом для раскола общества. Нам нельзя сейчас раскалываться вообще никак. В общем-то, вот этот памятник – это повод для раскола общества. Ну, у меня два деда репрессированы, и здесь боровчане. Они были очень верующие, и верующие люди говорили, что да, вот бабушка молилась, раз так случилось, это свыше. Мы ничего не смогли сделать, они никого не осуждали. Они были люди, которые говорили: не судите, не судим мы будем. История – это память народа о том, что было. В нашем прошлом было разное. То, что мы бережно храним в памяти, чем по-прежнему гордимся, перед чем преклоняемся. Память о национальных трагедиях так же священна, как память о победе. Счастливый буду.